Ребятки, всем привет! Сегодня меня одолела бессонница. Я решила, делать было особо нечего. Думаю, закажу-ка я что-то из Сельпо. Попробую их космическую доставку за 4 часа бесплатно. Потому что хочу сделать салатик, который я вам в конце видео покажу. Рекомендую его как новогодний, с черносливом. Поэтому думаю, что самый вкусный чернослив, вот, который я пробовала в упаковках, на такой салат надо чернослив вкусный. Поэтому или премия, или мне нравится еще от фуршета вкусный тоже. Вот. Ну, а там уже главное, чтобы был мягкий и сладкий. Так вот. И думаю, ну, закажу. Заказала я на 1109 гривен. Бесплатная доставка. То есть я где-то в 4 утра заказала, в 9:30 уже у меня все дома. Самое интересное, я заказала это тарелочки. Просто в восторге. Сейчас, короче, все вам покажу. Значит, с чего начнем? Давайте начнем с мяса. Я заказала куриное филе на 181 гривну. Оно по 88 гривен. Дальше заказала шейки воли. Шейки на 59 гривен по 29 гривен. Так. И печеночку. Печеночка у нас. Печеночка по 52 гривны на 55-63. Так, это что касается мяса. Сейчас показываю продукты и потом показываю тарелочки. Потом я еще покажу вам вчерашнюю закупку. Фора. Тоже очень интересно. Там продукты некоторые. И потом уже начнем готовить с вами салат. Так. Так, прервалась, поставила куриное филе и яйца на салат варить. Пока с вами поговорю. Значит, что я купила? Краска моя любимая, Гариньер, 111 номер, платиновый блонд. Я потом чек в конце лучше покажу, чтобы я не ваше время не занимала и долго не искала. Вот такой взяла контейнер, ребятки, не советую абсолютно. То есть, как для работы он вообще... Открывается элементарно просто. Просто элементарно. Только что открывала. Вот, смотрите, вообще не прижимается. Не вариант для дома. Для чего-то оставлю. Вот такие большие бумажные полотенца. Взяла драгобудскую колбаску. Вот сейчас просто интересно, почем она. В фирменном магазине она стоит от 110 до 120 гривен. Саша, кстати, спрашивал тебе большой привет. Укрпромпостачи, видишь, это вот эта фирма, она есть в любых магазинах. Я просто тогда езжу иногда в фирменные их. Ну, типа как Рошен, везде продается, а есть фирменный магазин. Так, вот тут просто интересно, сколько палка колбасы. Так, у них стоит дешевле там или там? Угу. Так быстро еще не найдешь, когда хочешь. Ай, блин, колбаса 119. Ну, в принципе, одинаково. Так, рижский хлеб бабушки. Вот такой вот чернослив. Он 60 гривен где-то стоит. Так, дальше взяла. В акции идут вот эти вот сырочки. В чеке гляните, почем. Вот, недорого. Получу 35 гривен, по-моему, 3 штучки. Так, кока-колка. Баночки 4. Как Саша вчера сказал, патроны. Да, буду складывать в свой тайный уголок. Дальше взяла такая новинка. Отбил курец, пельмени гетманские. Не знаю, сегодня просто ничего такого готовить, кроме салата, не хочу. Поэтому мужу еще взяла пельмени. Попробуем, что это такое. Так, взяла себе вареники с вишней. Хотела с творогом. Они тоже там идут в акции с вишней и с творогом. Но с творогом не было. Так, бублики единственное, что не те положили. Хотела малятка, эти большеватые для Вовы. Украинский хлеб, 2 вот этих вкусных батона молочных. Так, ну из продуктов все. Давайте перемещаться к моим тарелочкам. Вот моя красота. Я заказала по 2 штучки.
фирме Люминар. Это получается как десертная салатница. Но я больше буду тут кушать творожок, там положить какие-то ягодки. Что еще можно в них положить? Сыр, колбаску. Вот я мужу часто ношу в постель завтрак. Очень удобно. Так, вот такой вот. Они все по 20, ну, по 30 гривен, короче. Вот такая вот, как обеденная. Тоже взяла две. И вот такие вот большие. Мне одна разбилась, очень не хватало. Вот такие вот у меня классные покупки, недорогие. И взяла две вот таких чашки, они по 19,90. Ну, почему взяла такие? Другие, ну, другие мне вообще не понравились. Ни по качеству, ни по виду. Просто заменить для настроения, пускай будут. Чашки лишними не бывают. Так, сейчас показываю чек. Кому надо, остановите. Ароматы светлого боку. Окей. Такая вот сумма. Все, зайчики, сейчас смотрим вчерашние мои покупки с форы и возвращаемся готовить вкусный салат. Доставка фора 946 гривен, Глобал, бесплатно, рушники папировые, туалетная бумага, сливочное масло, кетчуп, майонез, ну, в принципе, стандартно. Новинка для меня отнежена, баклажаны по-гречески в оливковой олии, уже очень мне захотелось, с рисом, сейчас буду вкусно кушать. Сметанка, сыр Радомир до сих пор в акции, гринфилд чай в акции. Не помню, почем чека не дали. Икра по 118 гривен. Вот это вот мне понравилось, северное. Овсяное печенье. Потом птичье молоко, трюфеля, 5 пепси. По 150 шло в акции. 170 грамм Якобс Монарх кофе. Печенье Мария, хлеб, бананы, батон, сливки-ленивки, мортадельки, сахар. Ну, это все. Почти на 1000 гривен. Ну что, и пришло время приготовить наш салат. Для его приготовления нам потребуется куриное отварное филе. У меня две штуки. Две морковки вареные. Чернослив около 200 грамм. Вареные яйца. Ну, 5 штук на 2 филе вполне достаточно. Жареный лук на сливочном масле. Майонез. Если хотите ПП вариант, то заменяйте сметана и лук не обжаривайте. Также этот салат подают слоями. Но я вам хочу сказать, что слоями для гостей очень неудобно разрезать. Слои выпадают. Поэтому я вам предлагаю его порезать кубиками, подать в красивой салатнице, либо же отдельно вот таких вот маленьких, как креманочках, салатников. Будет вкусно, быстро, просто и очень удобно кушать. Особенно, когда большая компания. Ну что, приступим. Все до безобразия просто. Режем куриное филе, режем морковку, режем яйца, режем чернослив. Добавляем туда жареный лук. Ну все, я начала резать куриное филе. Если все же вы решили сделать это слоями, значит, поочередность какая? Куриное филе, майонез, тертая морковка, майонез. Дальше опять идет у нас, дальше идут яйца. Оставьте одно или два для украшения. Потерли яйца, майонез, жареный лук. Дальше опять идет филе, чернослив и яйцо. Тоже получается красиво, вкусно, но не очень удобно. Но как для своей семьи вполне может быть. Ну все, начинаем
быстро готовит наш вкусный салат. Для тех, кто любит вот такие сочетания, я обожаю сочетание мяса с фруктами. Мясо с ананасами под сыром запекаться. Или очень простой салат. Это, знаете, такое, когда гости на пороге. Куриное филе отварное, чтобы если было чеснок, ананасы. Порезали, заправили. Идеально. Поэтому, кто любит такие сочетания, я думаю, что вам очень понравится. Добавляем чернослив последний и перемешиваем. Заправлять весь майонезом я не буду. Заправлю немножко себе в салатницу и будем пробовать. Ой, ребятки, салат готов. Что сказать? Просто все вкусовые рецепторы работают. Он не водянистый, он очень плотный, но в то же время за счет чернослива сочный, насыщенный. То есть, ну, однозначно рекомендую приготовить, если не на праздничный стол, то для себя так точно. Но я думаю, что гости оценят, мои оценили. Вот так вот. Ну, вот такие вот у меня были покупки. Такое вам предлагаю на сегодня рецепт на новогодний стол. Спасибо вам большое за комментарии под предыдущим видео. Столько приятных слов, столько тепла. Спасибо вам большое. И не забывайте, что второй победитель будет определяться рандомно. То есть я могу выбрать любое видео. Так что очень жду ваши комментарии. Скоро конкурс, скоро новая закупка продуктов. Всех очень люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.